В регионе, заслужившем звание мясной столицы, все, что идет на экспорт, делается как для себя. Замкнутый цикл производства от поля до прилавка – гарант качества и биобезопасности белгородской продукции. Область уже накормила мясом не только своих жителей, но и готова обеспечить им четверть населения страны. Мы производим по 1 тонне свинины и курятины на каждого белгородца в год. И теперь регион готов стать пилотным для отработки экспортных схем взаимодействия. Мы готовы на сегодняшний день предложить нашу территорию, Белгородскую область, для отработки всех инструментов по продвижению продукции на экспорт. Сегодня, надеюсь, что мы получим определенные вводные со стороны наших федеральных органов исполнительной власти. Содействие производителям в освоении внешних рынков оказывает Россельхознадзор. По мнению его специалистов, одной из главных задач, которую предстоит решить для выхода на экспорт, являются гарантии эпизоотического благополучия. Ему больше всего угрожают вспышки африканской чумы свиней. Белгородская область остается благополучной по АЧС. В регионе принята целая программа профилактики. Все свинокомплексы работают только в режиме закрытого типа с самым высоким уровнем зоозащиты. И это не единственный опыт, который заинтересовал экспертов в Белгородской области. Ну, не только пилотным проектом может выступать, но и она сейчас, в принципе, локомотивом идет, да, по многим вопросам. Поэтому те предложения, которые сегодня озвучивались по отказу от применения антибиотиков в кормах и тот план мероприятий, который разработан был, соответственно, утвержден губернатором, это, мне кажется, хорошим примером послужит другим регионам. Наряду с этим коллег из других регионов, тоже нацеленных на экспорт, заинтересовал опыт решения экологических вопросов, связанных с интенсивным развитием животноводства. Наслышан о успехах Белгородской области очень много. Мы понимаем, что и нагрузка и на территорию большая, и самое большое количество животных находится здесь, и риски велики. То есть, ну, область справляется. Мы удивлены даже. А значит, у успешного аграрного региона страны есть все для того, чтобы на себе апробировать схему продвижения продукции животноводства на внешние рынки, заслужив мировое признание. Наталья Войтенко, Эдуард Горелов, Новости Мира Белогорья.